6 августа. Это пляж, огромный пляж, огромная береговая линия набережной GMT. Это относится к Анапе, Краснодарский край и, соответственно, Черное море. Я сейчас стою рядом с детским лагерем с Республики Коми. Вот у них там сейчас соревнования, отряды под голосом командующего, так сказать, заходят по очереди и плавают. Мои девочки, вон они за быками, потому что чужих туда не пускают, кто не входит в лагерь. Анапа, GMT сейчас, конечно, переполнена, я бы сказала, очень много людей. В июле было поменьше, мы здесь уже больше месяца и наблюдаем всю эту ситуацию. Но сейчас самый сок, самый кайф, ребята, потому что здесь сейчас очень теплая погода. Даже ночью можно спокойно плавать, и море теплее, чем воздух. Бывает так, что одинаковая температура, просто кайф. Море теплое, ты в нем просто не мерзнешь. Потому что в июле бывало, что мы заходили в море, плавали, ну и реально губы синие, все, надо выходить. Очень было холодное море, но мы все равно ни одного дня не пропускали. Я сегодня не выспавшаяся, но показала себя, насколько я немного, не прям, конечно, я шоколадная, но загорела. Все-таки на такой длительный срок мы ни разу не приезжали. Почему-то вот захотелось мне очень сильно, потянуло к морю. И прям захотелось очень долго. Мы живем на Песчаной улице, тут буквально 5 минут до пляжа от нас, на Песчаной 19. Гостевой дом. С нами кого только нет, и из Турции, и с Карачаева, Черкесии, и с Армении. То есть у каждого, да, свой какой-то, своя национальность, свои традиции, свой язык. Например, вот с Армении приезжала семья, они прям совместно приезжают несколькими семьями, например, там друзья, ну, семья дружит, и они совместно такими прям кучками такими приезжают, но хорошие люди, мы вот с армянами, как Армении, с Арменией подружились, пообщались, девочки мои там сдружились, тоже с девочками там, у них прям очень хорошие люди, очень нам понравилось. Потом приехали из Турции, и почему-то они говорят, это наши враги, как-то они так на друг друга смотрели. Я, правда, так и не поняла, почему они враги, Армения и Турция. Вот, и у них такой прикольный язык. Армянский ихний. Имена этой девочки, с которой мои кроссовки подружились, имя Шугей, что-то такое. Я, короче, до сих пор плохо еще запомнила. Но хорошие люди. Приглашали к себе в гости. Говорят, мы, говорят, чисто из-за моря сюда приехали. У нас там моря нет. А у нас очень красивая природа. У нас горы, озера. Очень классные, но мы чисто из-за моря. Приехали сюда, в Анапу. Говорят, приезжайте к нам в гости, у нас классная природа. Но я, если честно, я очень люблю горы, очень. Вот в Анапе единственное, что, конечно, все классно, море классное. А песок, это вообще огромнейший, преогромнейший плюс. Огромный, преогромный. А единственное, что мне не хватает гор. Вот вдалеке видно горы. И когда мы на катере на скоростном отплывали, видно тоже было там лысые горы. Конечно, это красота не, вообще неописуемая. И мне не хватает, конечно, вот этого вида гор. Я в том году была в Новомихайловском, там были горы с двух сторон, но там я не видела закаты. Здесь зато я вижу закаты, реально, как солнце опускается в море. А там как раз была гора, и я этого не наблюдала. Здесь, конечно, круто. Вон, видите, еще один отряд зашел. Плавают, но мы еще пока подождем. И тоже сейчас, я думаю, они уйдут. Скоро все отплаваются, и мы поплаваем. Мои девочки хотят попрыгать с тех вот ступенечек.